Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. В Кирове внезапно свернул работу кредитно-потребительский кооператив «Инвестцентр». Организация предлагала кировчанам вкладывать деньги под более высокие проценты, чем делают это банки. В последнее время это было 15% годовых. Также компания давала займы, в том числе под залог. Как стало известно нашей радиостанции, 17 мая всем работникам финансовой организации сообщили, что они уволены. Директор центра Ирина Макарова на днях удалила свой аккаунт в соцсетях и, по информации подчиненных, сейчас находится за границей. На офисе организации на Октябрьском проспекте 84 повесили объявление о том, что он закрыт по техническим причинам. Дозвониться по номеру телефона, указанному на сайте компании, не удалось. Никто не берет трубку. Ситуацию с закрытием КПК в Кирове прокомментировали в областном правительстве. Глава региона Александр Соколов поручил взять ситуацию на контроль. Он дал поручение своему заму Михаилу Сандалову разобраться в ситуации, касающейся жителей региона, которые были пользователями услуг этой компании и могут пострадать в результате ее закрытия. Как сообщил Сандалов, его подчиненные, они курируют промышленный и финансовый блоки региона, подготовили и направили запрос о деятельности КПК «Инвестцентр» в Центробанк и прокуратуру. В эфире «Экономика». А сейчас информация от наших партнеров. Бизнес становится все прозрачнее для налоговых органов. Несколько лет назад с ними приходилось объясняться, когда в делах были явные нарушения. Сейчас запросы от налоговой можно получить в любой момент, предупреждает руководитель компании-бухгалтер я, Татьяна Максимчук. У налоговой сейчас есть доступ к информации из абсолютно разных источников. Это и расчетные счета в банке, и данные онлайн-касс. Ваша задача – подготовить отчетность так, чтобы в ней все прослеживалось и было доказуемо, чтобы цифры соответствовали действительности, и вы по каждой могли при необходимости предоставить в налоговую пояснение. Вашу отчетность можно предварительно отдать на проверку опытному бухгалтеру со стороны. Профессионалы-бухгалтеры я укажут на места, которые могут вызвать вопросы и дадут рекомендации, как исправить. 213-112 – телефон для ваших вопросов и записи на консультацию. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика».